Всем привет, с вами Лорд КДА. Продолжаем Global Operations проходить. Так, Чечня, поехали. Так, ну в общем задача у нас типа ПВО, которое не ПВО, взорвать и убить командира повстанцев. В общем, вот такие вот пироги. Так, ну, как вы заметили, наверное, что здесь у нас скины уже, ну, под нашу российскую армию. Ну, как бы так. Ну, в общем, я в основном играю за командоса здесь. Он такой универсальный боец. Поехали. Калаш. Ну и само собой, я буду только в основном им и пользоваться здесь. Ну, я только, точнее, им и пользуюсь все время. Так. Я надеюсь, вы не против музыки. Я думаю, она будет в теме. В тему. Тут еще здорово, что есть ящичек с гранатами. Как ни странно, противопехотные гранаты помогают против этих ПВО. Так. Да, еще вот то, что радует, в этой игре сделано очень много мелких подробностей. Проработано, такие как переключение между режимами стрельбы. А помимо этого еще можно... Так, что там, уже что ли? Веселуха. О, нифига себе. Залепили мне. Иди сюда. Зараза, сейчас закусишь у меня. Так, продолжаем выносить. На это дерьмо, правда, надо больше двух гранат. А именно нам надо... Да что ж такое-то? Три гранаты. Лови подачу. Что-то, по-моему, не кидают, кидают, а никого не убьют. Я сейчас сам быстрее настреляю. Вот черт. Фак, фак, фак. А. Да, я хотел присесть, а забыл, что тут, ну, в настройках управления Ctrl это прыжок. А присесть это F. Надо будет чуть-чуть привыкнуть. Ну, в общем, про мелкие детали вернемся к тому, что было здорово. Точнее, здесь сделано здорово. То, что мы не теряем время на перезарядке. То есть, если у нас патрон в патроннике еще есть, мы просто меняем магазин, а не отодвигаем в заднее положение затворную раму, тем самым теряя еще патрон. Ну и, собственно, можно просто так взять, поменять. И у нас будет 30 патронов в магазине и один патрон еще уже на линии досылания. Так, ну в общем, вот мы один сломали, подобрали натовскую винтовку мертвого чена. Так, ну что ж, посмотрим, кого нибудь есть. О, есть. Да ладно, я из этого дерьма его свалил. Бывает. Тут такая система, не знаю, как они ее распределяли, но в голову это очень трудно убить, как ни странно. Зато и в корпус всегда надежно. То, что убьешь противника. Так. Я так понял, раз авиаудара нету, они эту фигню не сломали. Ну давайте, и мы сейчас сломаем. Надеюсь, нашей гранаты хватит, они ее уже достаточно поломали. Так, валим. О, вызвал авиаудар. Отлично. И это здорово. И это просто замечательно. У нас пол хп. Это здорово вообще. Да, там лучше не оказываться в этот момент, потому что
могут разбомбить нафиг. Так, не-не-не, нафиг нам такой нужен калаш без патронов. Так, о, другой калаш, отлично. Я уж думал, мне придется сейчас вернуться. Затем. Ну, в смысле, за винтовкой. Так. Нравится мне вперед всех, но... А-а-а, черт! Черт! Черт, 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 черт! Блин. Уроды, слили. Под елку завалились. Новогодние подарки, но я чувствую, мы не дождемся своего медика, поэтому... На респаун. Да, тут еще такая бывает интересная фишка, что иногда бывает, тебя как-то интересно так убьют, что тебя сразу отправляют на респаун, ну, то есть, без возможности ждать медика. И это не прикольно. В некоторых случаях. Не, ну, когда тебя там убивают, если ты во вражеский диплой зашел, то да, там логично, что тебя, ну, отправляют сразу на свой респаун, потому что кто-то туда, во-первых, придет, а во-вторых, он даже если придет, то вот там его загасит сразу. Так. Блин, опять попался на контрол. Оп, 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 оп. Бежать сказал. Ах ты черт. Ну, блин. Если бы сейчас бы не тормознуло, было бы все нормально. Так, а вот сейчас мы уже бабки разбазарили. Это не круто. Ну, я надеюсь, что там еще валяется наш калаш, и мы его сейчас подберем. Потому что с оптикой он более рабочий. Так. Какая сволочь гранаты кидает? Ой, куда? Откуда? Вот они, сволочи. Нифига! Хорошо, попал. Давай, давай. Так, слег. Нет, не пойдет здесь. Черт, он гранаты кидает. Ёлы. Ну вот, нас опять на респаун кинуло. Без возможности дождаться. А там бы нас бы смогли бы вылечить. Блин, самый долгий респаун. Он так бесит, когда на него попадаешь. Так, где тут? О, все еще лежит мой калаш. Отлично. Это здорово. Так. Тут нифига у вас тут кучно. Так, одного завалил, это точно. Так, что-то запала клавиша, это не здорово. Вражеский доктор лег. Че, вперед, пацаны. Этого гада надо завалить. Конечно, сценарии все по себе так себе, но... Карты достаточно интересные. Нифига себе, доктора слили, уроды. Так. Да, эта игра еще учит тому, что не надо стоять на линии огня, ну то есть за другим своим товарищем, потому что помимо того, что его убьют, то и вас еще заденет. Заденет это хорошо, если не умрет. А, хитрый Чен, вот ты и попался. Ха-ха. Ну, помните, наверное, была такая реклама, хитрый Чан, вот ты и попался. Ну, мы используем с друзьями уже давным-давно словосочетание Чен. Ну, в общем, как-то так. Так, ну что, давайте, Канада, погнали.
все проходим на среднем. Так, я... Ага, убедился, что на среднем проходим. Это хорошо. Потому что на легком было бы слишком нечестно. Ну и даже стыдно, я бы сказал. Так, ну в общем, нам надо будет оттащить на этот раз заключенного в машину. И будем мы на этот раз за пулеметчика. В основном я тут проходил за подрывника, но как-то в последнее время что-то тут его за него не, ну, не везет. Поэтому давайте за пулеметчика. Будем превозмогать. Странно вот тоже, что вроде как и больше можно было с собой вот этой вот командой Z22 с собой народу взять. И сейчас почему-то только не больше двоих. Один, который стандартный, и один, который еще можно подозвать. Что-то как-то это странно. Ну, я всегда пользуюсь этим проходом. Не с этими же там дураками толпиться и хедшоты собирать. Так, в общем... Опа, сразу сели. Опа, граната, граната. Да ладно, нас эта железяка спасла. Ха, обычно не спасала. Интересно. Ловить подачу. Так, нет, мне не нужен врач. Это хорошо. Это очень здорово. Это обычно меня любили ранить здесь. О, пулеметчик. Так, у врагов, значит, здесь есть пулеметчик. Отлично. Два пулемета, это хорошо. Так, перезарядим. Кто знает. Так, ну и пистолет это заодно. Чтоб точно во все оружие быть. Опа, кто-то там есть. Так, сдохло. Так, ага. Вот в этом узком проходе плохо, что этот говнюк заключенный стоит. Его не, мы не должны убить. А он стоит. И он может получить. Так. Давайте сначала подождем, пока отряд подойдет. Чтобы можно было вместе отправиться. Потому что эти гады респаунятся пачками. Вот вроде бы этот первый пулемет, ну, вполне себе сносный, но что-то как-то вот его с этим... Так, нет, хотел. Хотел его заставить за собой побежать. Потому что тут кнопку использовать, это пробел. Но на коротких дистанциях пулемет показывает чудеса стрельбы. Ну, в смысле... поражающей силы. Так, а вот это мы... Вот, блин. Ну вот, снова нас закинуло на респаун. Так. Ладно, если уж короб даете мне нормальный, то я возьму второй тогда пулемет. У него хоть оптику можно поставить. Чем мы, собственно, увеличим нашу... точность. Да. Вот странно он даже бывает. Не знаю, то ли из-за разброса, то ли из-за такого невезения. Я обычно этого бота и из первого пулемета выносил с такой дистанции. И даже из дробовика, как ни странно. Дробовик тут, кстати, очень реально странно работает. Я вообще не понимаю, как он так работает. По идее, он должен на коротких дистанциях всех дамажить не слабо. А почему-то здесь он и на больших расстояниях хорошо отыгрывается. Так, слышь, ну-ка стоять. Ух, ёп. Так, ну пока эти чуваки на этого отлетись, мы этих уродов снимем. Ну, обратили внимание, сколько я пулю потратил на этих уродов.
Не, ну вот смотрите, нормально. Там уже давно в решето должно было превратить. Чё, нет? Медик, что ли, убили? Вот уроды. Так, ну сейчас мы этого снайпера загасим, глянь, Дона. Давай, сдохни. О, мы пулемет, нормально. Сейчас давай эту фигню выкинем. Так. Удобную позицию надо выбрать. Нормально. Обожаю, как они дамажут. И вот так вот тоже хорошо дамажут. А, черт. Так. Ну, вроде, если отряд тут рядом. О, так это медик, отлично. Живой? А, отлично, что живой. Сейчас нас вытащат. И не надо на респаун бежать. Это хорошо. Так. Заряжаемся. И погнали. Да правда, что... Ну, наверное, не тебе это нам говорить. Про то, что кому что сойдет с рук. Так. Вот что это такое, а? Вот колено, на тебе. Так, сели. Прицел. Вот, блин, как это называется, а? Волоберуемо. Да что ж такое, вот прям лезут и лезут. Так, опа. Ну-ка, гранату держите. Опа. Не высовывайся. Опа. По яйцам ему. Хотя я нифига не попал. Блин, говнюки. По позвоночнику. Говнюки взяли, зацепили меня. Фух, валим. Нет, 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 нет. Фух, повезло. Так, влобешник на. Ой, нечаянно. Это было нечаянно. По руке, отстрелим тебе руку. Так, вперед, вперед, вы чё, офигели? Вообще без меня нифига не могут. Так, ну чё, заводим его, заводим, ребята. Не стоим на месте, забегай. Отлично. Ой, здорово. Спасибо, что смотрели.